Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться своими информациями. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео у меня по расширению. Заработок здесь без вложений. И вот здесь внизу идет вот рекламка. Вот за просмотр такой рекламы. Называется оно Surf D. Вот значок его. Включаю, и вот так вот оно выглядит. Так, здесь еще можно есть платные посещения и просмотр YouTube. Так, я же перейду в кабинет и хочу сегодня, вот у меня денежка 1 доллар 6 центов. Я хочу вывести денежку. Значит, нажимаю вывод, выбираю Pair. Так. И вот у меня сумма. Так, укажите сумму. На счет Pair.com. Вывести на Pair. Так. Перебрасываю тут такое окошечко. У меня уже забит кошелек, так как я уже выводила. Комиссия 1 цент. И создать заявку. Все, денежка выведена. Так. Вот. Далее что? Теперь вот расширение можно здесь установить на Google Chrome, на Яндекс, Mozilla и Opera. Здесь можно рекламировать свои проекты. Ну, как бы моя реклама, разместить, пополнить, история пополнений. Здесь вкладочка рефералы, статистика, структура, промо, баннеры. Ну, а здесь профиль настройки, вывод средств, история вывода. Выход. Ну и язык, какой вот вам нужен. Давайте же перейдем на Pair. Я, как видим, у меня на счету 0. Ага, денежка уже поступила. Я нажимаю перезагрузить. И, пожалуйста, 1 доллар у меня на счету. Значит, вот плюс доллар 5 центов. Нажимаем. Дата операции 4 апреля. Перевод выполнен. Так, сумма получения доллар 5 центов. И комментарий Виндраф. Ну, вот Surf D. По-английски. Так, все замечательно. Расширение платит. Кому интересно, пользуйтесь. Если оно мешает, вот, если оно мешает, его можно перекинуть вверх. Или же сюда на крестик нажать. Мне оно абсолютно не мешает. Хочу наверх, хочу на крестик. Потом оно уже в новой вкладочке появляется по новой. Как бы и платит. Вот так вот оно выглядит. Это как статистика. И все, у меня баланс по нулям. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Я расширение довольна, конечно же. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.